Друзья, но продолжение темы денег. Они нужны всем, особенно в кризис. Сейчас многие остаются без работы. Кроме того, работу все чаще ищут матери, которые сидят в декретных отпусках. И вот как раз-таки альтернативой считается, что может стать подработка на дому. Объявления с предложениями, тем более поработать, не выходя из дома, они как бы, условно говоря, на каждом заборе висят. Но вот при этом во всем есть, ну, такие, что ли, серые зоны. Зоны рисков, которые вы можете угодить, если не будете знать всех нюансов. Так вот, для того, чтобы знать все нюансы, мы пригласили в нашу студию гостью, президента Ассоциации бизнес-тренеров Украины. Ирина Сенчалова, доброе утро. Доброе утро. Сразу первый вопрос. Итак, какие бывают работы на дому и как их найти? Ну, работу на дому найти очень просто, как вы говорили, да, потому что объявления об этом заполонили и интернет, и газеты по трудоустройству, которые есть. Но здесь необходимо четко понимать, что если нет хорошей профессиональной квалификации, то, собственно говоря, очень легко попасть действительно в ту зону риска, когда с вами просто не рассчитаются, и вы будете себя считать обделенным и обиженным. А какая профессиональная квалификация нужна, ну, для домашней работы? Что это за работы вообще, по сути, основные? Вот вообще я просто знаю, например, что есть вариант работать диспетчером такси. Там вряд ли нужно высшее образование, там надо разговаривать и перенаправлять потоки. Вот давайте с вами вообще рассмотрим понимание того, что такое удаленная работа, работа на дому. Вообще есть такая, ну, терминология home office, да, то есть офис дома. И изначально она применяется для того, чтобы компании как экономили свои средства, оптимизировали затраты на содержание рабочих мест в офисе, прежде всего на аренду офисных площадей, так и для повышения мотивации сотрудников, у которых появляется свободный график, и которые могут выполнять работы, а именно не работа, а четко достигать цели и запланированные результаты в своем индивидуальном режиме. Прежде всего, к таким методам трудоустройства прибегают компании IT-отрасли, да? Прибегают компании, которые занимаются там творческими профессиями, редакторские профессии, там контент-менеджеры, когда человек индивидуально может выполнять определенные задачи, поставленные задачи. Но серьезная работа в IT достаточно, ну, вряд ли возможно для человека там для подработать. Массовых, да. для посижу часик аудитории дома, поработаю айтишником, это из области фантастики. А кроме того, вот как Антон правильно спрашивал, вот у меня те люди, которые, ну, условно говоря, готовы работать на дому, к чему им надо быть готовым, когда они срывают, ну, вот, как бы, объявление с забора и собираются туда звонить? Какие вообще варианты есть для такого вот домашнего? Ну, если вы увидели объявление относительно того, что требуется диспетчер или требуется менеджер по продажам, или требуется менеджер по работе с долгами. Наиболее популярные вакансии, которые публикуют... Менеджер по работе с долгами? Ну, менеджеры коллекторских компаний, да, по взысканию проблемной задолженности, так красиво пишут. Это эти люди, которые в 2 часа ночи любят позвонить. Да, а тебе любят звонят? Позвонить. Мне звонят, говорят, здравствуйте, там, Владимир Семенович, вы должны 4000 банку. Я говорю, я вам лично найду когда-нибудь этого Владимира Семеновича. Вы отстаньте от меня. Владимир Семенович, если вы нас... Смотрите, о чем это говорит? О том, что люди не подготовлены необычно. Я вот о чем хочу сказать. Если вы видите это объявление, да, и вас это заинтересовало, вы спрашиваете условия. Прежде всего, конечно же, вас должны оформлять в штат, несмотря на то, что вы работаете на дому удаленно. В любом случае, вас должны или оформлять в штат, свидетельством чего являются подписанные вами приказы о трудоустройстве. Наступают трудовые отношения с работодателем. Мы это советуем людям, живущим в стране черных зарплат. А как быть иначе? Ну, а как быть иначе, да? Это идеальная либо подписывать, страховка, да. Либо подписывать договор. Договор, который имеет название... гражданско-правовой договор, в котором будут описаны работы и гонорар. Если вы этого не сделаете, вы никаким образом не докажете о том, что вам работодатель должен деньги. Ну, это первый формальный признак. Какой второй формальный признак? Если мы говорим о том, что вас готовы брать без опыта, да, говорят, не нужно никаких особых знаний, не нужно опыта работы, но серьезная организация, которая будет рассчитываться со своим персоналом, который работает удаленно, будет обучать. Вот эти звонки в 2 часа ночи, Владимир Семенович, это не вы, говорят о том, что, ну, этим не занимаются, и человек пытается заработать себе какие-то деньги, какой-то процент,
Не ругайте их особо. То есть, условно виноваты говоря, работодатели. Это два часа это не я, это демон, да, живущий, да, да, у меня в голове. Условно говоря, если, правильно я понимаю, что если тот человек, который хотел бы работать из дома и вот обращается в компанию, то ему следует обратить внимание в первую очередь, в какой форме с ним будет оформлять трудовые отношения. Абсолютно. И будет ли его обучать перед тем, как он, условно, конечно, говоря... Будет ли курировать его как-то на том адаптационном периоде? Панера, ну скажите, а от як реагувати на подібні пропозиції, коли кажуть, от ви попрацюйте, зробіть всю роботу, ну ми потім подивимося. Или пробне задання, якось большое. Так, да, тому що дуже часто з цим користується, людина старається, і вона хоче влаштуватися, а потім просто її там всю роботу беруть, весь її ну, труд. Ну ви вже самі відповіли на цей вопрос. Если вы на этапе собеседования, если вы на удаленную работу или на работе в офисе, на работу, там, которую предлагается рабочее место в офисе, если условием является написание самостоятельного задания для того, чтобы вы прошли какой-то конкурс, так, то не нужно соглашаться. Нет, если вы дизайнер-самоучка, у вас есть, нет портфолио, допустим, то вполне логично, что вам могут предложить сделать очень какую-то простую риск работу. А очень как тогда правильно сказать, что я не буду делать это, ну, это задание, или как сказать, я боюсь, что вы меня просто сможете обмануть? Вы знаете, серьезные работодатели, я могу сказать в целом из своего там опыта работы, потому что еще очень близко связано с рекрутингом, то есть с подбором персонала, я могу сказать, что серьезные работодатели уже понимают данные вещи, и постановка самостоятельного домашнего задания в письменной форме, которая связана с выполнением какой-то задачи, является некорректным. Mm-hmm. То есть это в любом случае тревожный сигнал. То есть можно відмовити, сказать, нет, я этого делать не буду. Да, я и забыть, не в общем-то, об этой вакансии. Если можно, еще это запитание от глядача. Часто на сайтах по поиску работы надо заплатить регистрационный вклад. Надо ли вот, можно ли верить таким сайтам? Ну, воспользуйтесь теми сервисами, я не буду их называть, но они есть в Украине, их известные сайты по трудоустройству, в которых все работы с соискателями проходят бесплатно, регистрация в личных кабинетах, а за, вообще, а за публикацию вакансий платит работодатель, крупные компании. То есть никаких регистрационных вкладов не потребно? Не потребно, и то, что сейчас законодательно запрещены кадровые агентства, которые берут деньги с соискателя. Угу. И помните об этом, момент, да, это очень важный момент, и помните об этом, и о том, что даже когда они функционировали, то половина вакансий в таких компаниях, она была нереальна. Зрозуміло. Спасибо. Спасибо. Ирина Сенчалова, президент Ассоциации бизнес-тренеров Украины, помогала нам разбираться в хитросплетениях работы на дому. Так что, друзья, верьте в себя, но не забывайте проверять тех людей, которые могут попытаться вас на вас заработать. Да, старайтесь подстраховаться, не выполняйте бесплатную ненужную работу, просите, чтобы вас оформили официально.